Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя, безумный мир наш создан для тебя, живу и я под солнцем для тебя. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для... Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Консультант вы, да? Да, консультант в огромном магазине подарков. Что бы вы хотели? Мне надо на 8 марта что-нибудь выбрать. Выбрать на 8 марта не вопрос. Я вам сразу сейчас скажу, что вот вы выбрали тут пену для бритья, я смотрю, и бритву, да? Этот подарок не подойдет. Что? Это мой подарок на 23 февраля. Я просто дома еще не был. Как мило. А кому вы подарок выбираете? Кому? Бабе своей. Кому, простите? Бабе своей. А, все, я понял. Так, а что нравится вашей супруге? Кому? Извините, что нравится вашей бабе? Ей нравится, когда я ее не бью. Еще ей нравится, когда я, ну, не пью. Ну, такого только ни разу не было. Слушайте, есть универсальный подарок. О, прекрасно. Духи, смотрите. Фу. Что такое? Я же говорю, мне нравится, когда я не пью, я же выжру эту сразу. Ну тогда, может, вы меня на подарок натолкнете, расскажите что-нибудь. Обычно что дарят? Ну, вы знаете, по-разному, но обычно шубы дарят. Сколько стоит у вас? У нас от 50 тысяч долларов. И на необычное что-нибудь? Обычные не нужны ей подарки. Я вас понимаю, с изюминкой хотите какой-то подарок? Изюмом, с изюминкой. Слушайте, а что вы последний раз дарили на 8 марта? Последний раз я... подождите, сейчас вспомню. Я... Вот, когда, 75-й, по-моему, год был. 75-й, 76-й. 73-м шубу и дарил. Только я уже за нее отсидел же. То есть шуба у нее уже есть. Надо есть какой-то другой, конечно, подарок, да? Так, что же вам предложить-то? Вот, я придумал. Смотрите, подарите ей фотографию. Вы с ней на фоне Эйфелевой башни. Неправильно. Эйфелева башня. Это в Париже, понимаете? Так я в Париже ни разу не был. Вам и не надо быть в Париже. Вы не поняли. Мы берем вашу с ней фотографию. Фотографию Эйфелевой башни и совмещаем в фотошопе. Я ни в какой фотошопе совмещаться не буду. Я понимаю. Ну, натолкните меня тогда еще на подарок. Я что-нибудь сейчас придумаю. Знаете что? Что? Она любит, когда у нее вот здесь красное, вот здесь. Вот тут у рта красное, да? Да, вот тут у рта. Я понял, ей нравится аллергия, да? Да, наверное, аллергия. Аллергия. Да. Ну, она мажет вот это когда? Нет, ну подождите, если мажет, значит помада. Если она мажет, это какая помада? Это помажа тогда? Она же мажет. Простите, действительно, я что-то... Грамматику-то надо знать. Ну, простите, не... Знаете что? Я хочу предложить универсальный подарок. Тени. Женщины берут вообще. Что это такое? Тени? Ну, это вот женщина вот здесь круги вот такие синие под глазами мажет вот такие вот. Так я каждый день тени делаю под глаза. У меня кулак-то сильный. А по пятницам все деревни делают тени. Я вот так вот сразу по вам не скажу, что вы косметолог. Костоломок, да, хороший, да. Знаете, я сейчас немножечко засомневался, но я думаю, вы сейчас развеете все мои сомнения. А скажите, у вас есть денежки? Деньги, конечно, есть, да? Конечно. Да. У меня даже лучше денег есть. Лучше денег? Да. А что у вас лучше денежек? У меня есть ценные бумаги. Да вы что? Вот, видите, МММ. Русский дом Селинга, видите? Хопер Инвест. Да, вот. Боже, а что такое? Газпром. Что, фигня какая-то. Много положил мне, Газпром нацевал. Слушайте, я боюсь вас разочаровать, но вот эти фирмы, они все разорились давно. Конечно, я же все скупил. Это... Они разорились. Знаете, вы мне очень симпатичны. Такой покупатель раз в жизни бывает. Выбирайте любой подарок, я оплачу. Серьезно? Да. Любой прям? Да, я вам порекомендую все-таки сапожки. Это замечательный подарок, уберите ваши тут.
А, смотрите, женские сапожки, вам остается только материал выбрать. Велюр, кожа, нубук. Нубук? А что, из нубука можно сапоги делать, что ли? А что нет-то? У меня дома два нубука целых. Я из них сапоги надел, и все, пусть ходят в них. А что мы время теряем? Конечно. Возьмите хотя бы один сапог, понравится, на будущий год за вторым придете. О, спасибо вам большое. Давайте бумаги-то дорвем ваши. Да, давай. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя, безумный мир наш создан для тебя. Подарить всем женщинам еще одну песенку. Пораньше встану я, куплю цветов букет, еще огромный торт, коробочку конфет. Жена проснется, но ей делать нечего. Я позаботился об этом с вечера. Посуда вымыта, цветы политые, полы надраены, и дети сытые. И ни при чем вообще 8 марта здесь. На то, что я такой, своя причина есть. Потому что я подкаблучник, потому что я подкаблучник. Ну зачем на себе женила, мои лучшие годы убила. Но мне был гараж с мужиками, до 6 утра с рыбаками, на горячках домой среди ночи. Как мне хочется очень. Но надоело мне мужчиной тряпкой быть. Сегодня буду петь, сегодня буду пить. Носки везде бросать, под стол и под кровать. И целый день вообще стульчак не поднимать. И в комнате курить, потом в кровати жрать. И холодильник я не буду закрывать. Но надо все успеть, мне это до 6. А то ведь 6 часов должна жена прийти. Ведь я же все-таки подкаблучник, ведь я же все-таки подкаблучник. Но зачем на себе женила, мои лучшие годы убила. Ну а мне был гараж с мужиками, до 6 утра с рыбаками. Ну а в коречком домой среди ночи, как мне хочется очень. Дорогие друзья, эта песня посвящается подкаблучнику номер 1 в нашей команде Дмитрию Приходькину. Димочка, это тебе специально. Стоп. Слава, ну мне не нравится, что ты так Диму называешь. Он настоящий мужчина. Это шутка мужчина. Просто. Это ж Юля, это шутка. Молчать! Молчать, сказала! Где моя скалка? Где мой? Сидите вы сейчас, смеетесь надо мной, и каждый думает, что он совсем другой. Открою я один секрет вам, мужики. Все, кто уже женат, все подкаблучники. Ну а нам бы в гараж с мужиками, до 6 утра с рыбаками. Но в коречком домой среди ночи. Как нам хочется! Очень! Спасибо большое! Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя, безумный мир наш создан для тебя, живу и я под солнцем для тебя. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочки. Вот сейчас назад начнет крутиться за другую сторону. Ты откуда знаешь? Ты что, смотрел уже, что ли, нет?
Не-не-не, да-да-да. Смотри. А ты что заикаешься-то? А я вот... Ай-я-на. Извините, это мое место. А-а-а. Давно началось? Там в конце... Ну, не рассказывай, ну не рассказывай, неинтересно смотреть будет, ну чё. Да я не успею рассказать-то толком. Привет, парни! Да подождите! Да чё тихо-то? Аватар все смотрели? Какой аватар тут? Смотри, что показывают. Ох ты! Класс! А это кто снял? Так это я снял, видишь? А слышали? Внедорожник новый вышел. 20 клапанов на цилиндр, голосовое управление полным приводом. Внедорожник. Сюда смотри. Что это? О! Опа! Слушай, а почему их два? Ну, тут уж я не знаю. Слушай, я ничего не понимаю. Это что, это головоломка какая-то, что ли? Что это такое? Слушай, это венгерская, я точно знаю. Венгры, они вообще, знаешь, монстры вот на эти вот свои самоделки, головоломки. Вот у них кубик Рубика и вот эта вот фигня. Да. Тут но без пива вот... не разберешься. А почему вот их два? Да, непонятно. Димыч, за пивом сходи. За пивом сходи. 21 век на дворе. Видал? Что такое? Вакуумный перемещатель материи. Ну и пиво там. Ну, подумаешь, на самом деле. Вот холодильник, вот это аппарат. Ой, а что холодильник-то? Ну, открываешь дверку, там пиво стоит. Ну, а ты за пиво заглядывал? Там еще знаешь, сколько всего? И привет! Привет! Вы не поверите, я сейчас в детском саду был. Это и вообще... Чё там? Ну вот представьте, знаете, когда вечером купаться хочешь, да, на озере, раздеваешься, тебя комары... И ты скорее в озеро. Вот точно так же, только озера нет. Парни, я понял! Я понял, почему их два! Опа! А? Вы видели, как здесь все продумано-то, а? Опа! Да. Круто, да. А ты как своих-то из общей кучи выбрал? Да там просто вроде приходишь, стоишь, ждешь, твои к тебе сами подойдут. Нет, еще проще можно. Приезжаешь в 9:30 вечера, только твои со сторожами сидят. А у меня не так. Я своих один раз в детский садик отвел, другой раз в школу отвел. А потом? А потом они меня уже будут отводить. В психушку? Что в психушку-то? А что ты дразнишься-то? А что психуешь? Я какать хочу. Ух ты. Ух ты, парни, что делать, да? Что, можно, я не знаю, так оставить. Что делать? Ну, спокойно, че вы? Папка троих воспитал, знает, что делать. Катя! Катя! Ну? А, сегодня же 8 марта, не работает это. Банечка, ну потерпи, тут недолго осталось, 6 часов. Ну, сейчас 9 марта наступит, мама придет и тебя покакают. Вот, поэтому я стал заикаться. Ну-ка, держи ее, ну-ка. Держи ее, ну-ка. Держи ее. Рубашку не задави, рубашку не задави. Собрал! Обалдеть. Слушай, вообще, наши женщины-то счастливые какие, а? У них каждый день этот адреналин, прикинь, вообще. Слушайте, как хорошо, что есть такой праздник, 8 марта. Если бы не он, мы бы всего вот этого вот никогда не увидели, а? Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что вы есть.
Обратите внимание за стиральную машину. Сергей Писаренко. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Лишь для тебя горят на небе звезды для тебя, безумный мир наш создан для тебя. Ну а сейчас обещанная песенка для милых дам. Если бы не вы, нам не прожить, нечем было бы дорожить, некому стихи писать, некого потом бросать, некому свина пенеть, нечего всегда одеть, некого нам было бы любить, эту песню некому посвятить, как же вы нам сильно нужны. Дорогие женщины, дорогие женщины, дорогие женщины, дорогие женщины, с праздником, дорогие женщины! Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя, лишь для тебя. Ленка! Ленякина! Леночка! А Ленина! Ленинакан! Ленинабад! Ленинград! Ленин! Ой. Катя! Да, Коленька, да. Да, Коленька. Тебя не дозовешься, где ты ходишь? Так... Пиво принеси. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Зову, зову ее, она не идет. И... Вот, держи, держи. Вот. Не идет, нифига. А, что такое холодное? Хочешь мне горло? Прости, пожалуйста. Застудить, Коль. Вообще. Что это самое, полы вымыла? Вымыла, Коль, вымыла. Ай, посуду помыла? Помыла. А... Борщ сварила? Сварила, борщ вкусный. Эх, рубашки погладила? Погладила, вот, да, все. Двигатель перебрала? Какой двигатель? Шутка. Какой двигатель? Карбюратор. Карбюратор перебрала, Коля. Ай, 8 марта, нечем заняться. Ну что за праздник? Это же кошмар. Ну обязательно сейчас это делать. Ну, Катя, ну когда я хожу, хочу в тишине походить здесь. Коля. Чё? А поговори, пожалуйста, с Сережей. С каким Сережей? С сыном нашим. Давай, конечно. Сережа, иди сюда бегом, Сережа. Иди сюда, с папой поговори. С папой поговори, давай. Давай, давай. Что ж ты, Сережа? Что ж ты на... Что ж ты мать-то позоришь, а? Мать-то у тебя одна, а ты у нее два. По математике получишь. А ну, поворачивайся. Наклоняйся. Мать, давай ремня. На, Коль, на. Давай. Ну что такой тяжелый-то даёшь? Господи, Коля, прости. Ты вообще хочешь, чтобы у меня рука устала? Нет, нет. И вот сейчас я тебе, Сережа, как дам вот. Ура, пронесло! Опять не успел. Что ж такое? Елена Николаевна, пожалуйста, распишитесь вот по тарифу 700 рублей муж на час. Муж на час, мы любим вас, вас. Если заплатите мужчина и вас. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя, лишь для тебя.
тебя. Безумный мир наш создан для тебя. Живу ли я под солнцем? Итак, дневник мужчины 8 марта. Без 10:09. Мне снится замечательный сон, что сегодня уже 9. Но звук будильника возвращает меня к действительности. Подъем. К бою! 9:00. Понес жене кофе в постель. Она обрадовалась. Правда, попросила кружку и кипяток. 10:00. Начал готовить. Начал готовить жену, что завтрака, скорее всего, не будет. Обеда, кстати, тоже. Вазы тоже. 11:00. Подписал капитуляцию. Заказал роллы. Понес на мусорку потенциальный завтрак и обед. 11:05. На мусорке были все наши. 12:00. Никогда не думал, что выносить мусор — это так увлекательно. 13:00. Никогда не думал, что выносить мусор, забыв при этом дома телефон, это вообще круто. 14:00. Жгли мусор, разговаривали о поэзии. И-ху! 14:10. Пришел Петр, сосед снизу. Сказал, что нас прекрасно видно из окна. Стали жестами изображать собрание ТСЖ по поводу установки шлагбаума. 15:00. Во двор въехала фура с роллами. В 16:00. Подарил жене подарок! 16:05. Спустился вниз, подобрал подарок из снега. Кстати, подарки подбирали все наши. 17:00. Пошел покупать жене шубу! 17:35. Да пошли они с такими ценами. 17:40. Одна роза – это стильно. 19:00. Праздничный ужин. Зажег свечи. В мерцающем пламени свечи подгорелые сосиски напоминают копченый уголь. 19:35. Пришла теща. Время вообще остановилось. 19:40 подарил теще разговор о рассаде. 22:00 согласился с мамой, что бычье сердце — это лучший сорт помидоров для Урала. 22:05, пора заканчивать с этим разговором, а то все чаще мелькает словосочетание «новая теплица». 23:00, пошли с тестем выбрасывать мусор. Там уже были все наши. 23:30, жгли мусор, разговаривали о поэзии. 23:40, вышли жены, вынесли выпить, закусить. Жгли, разговаривали, танцевали. У-ху! Вау! 23:59. Никогда не думал, что 8 марта такой замечательный, веселый праздник. Вау! Только жалко, что он уже заканчивается. В следующий год надо будет встать пораньше. 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 Пораньше.
Встань! Встань! Следующий год! Подвесься ты, Господи Боже! Следующий год! Следующий год пораньше еще! Ждет для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя цветочные поляны. Козлы! Похотливые бараны! Жадные эгоисты! Тупые лехи! Ненасытные толстопузые обжоры! Ну, Масяня, стерва-курва, ничего-ничего. Вот 8 марта скоро кончится. Ха-ха-ха-ха-ха. Открывашка есть?